На 4 года раньше, чем планировали, появится новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Преображенко. Вторую неделю здесь ведут строительные работы. Почему так вышло, расскажем далее в выпуске. Строить ФАП Преображенки областной Минздрав планировал в 2025 году, однако муниципальное образование вошло в программу комплексное развитие сельских территорий. Сроки пришлось сдвинуть. Мы сдвинули график строительства фельдшерско-акушерского пункта совместно с Министерством здравоохранения Новосибирской области в связи с тем, что на сегодняшний день у нас ФАП находится в здании детского сада. Детский сад у нас попадает под капитальный ремонт и реконструкцию, но, естественно, нужно было вынести ФАП из здания. Место выбрали в центре села. Здесь есть все коммуникации, а рядом клуб, школа, сельсовет, детский сад и магазины. По соседству двухэтажные дома, где большинство жильцов – пенсионеры. Посещать здравпункт будет удобно всем. Останется найти медработника. Фельдшера в селе нет больше полугода. Прежний доктор ушел на заслуженный отдых. Местные власти надеются, что новое здание со служебной квартирой привлечет на работу кадры. Котлован вырыли, как положено, 1,80 м, засыпали все ПГСом. Сейчас на данный момент занимаемся коммуникациями. Сейчас коммуникации выполним, потом блоки поставим. Подрядчику предстоит сдать объект к Новому году под ключ. Он ведет работы на таком же ФАПе в деревне Ургун. Строители уверены, что все успеют сделать в срок.